военных действий у нас не происходит, слава богу, и надеюсь, что не будет. Привет, ребята, сегодня 14 апреля, вот уже вечер, солнышко заходит. И ответ всем, что у нас происходит на Кипре. Ребята, не нагнетайте ничего, у нас на Кипре все спокойно, никакой паники. Мы живем обычным днем, занимаемся собой. У нас, вон, видите, все спокойно, уточки плавают. Английская база недалеко, но мы к этому отношения никакого не имеем. Значит, тут две военные базы, одна в Лимассоле, час примерно езды, и одна вот рядом, тут в Декеле, 10 минут езды. Сама Республика Кипр не вовлечена в военные действия, просто здесь две военные английские базы, и отсюда ракеты летят или самолеты летят, я не знаю подробности. В данный момент, когда я записываю это видео, идет заседание ООН, я надеюсь, политики придут к положительному какому-то решению, и все наладится, все будет хорошо. Идея этого видео была записать вам, чтобы не сеять дальше панику, потому что в интернете и в новостях сказали, что с Кипра идут военные, летят военные самолеты, и я вижу везде паника. Нет, у нас все спокойно, успокойтесь, мы занимаемся своими делами, и я уверена, что все наладится, все будет хорошо. Единственное, я вот воюю здесь с комарами, это вот единственное. А так все хорошо, не верите, смотрите, вот немножечко для вас записала, это буквально 10 минут от военных баз. Так что с любовью к вам, Таня с Кипра. Пока-пока. Не переживайте.